Нет, трое правильно, трое здесь, кто подойдет, всегда больше. Дима, а Дима туда. Туда ты снимаешь. Блин. Все сухое отношение. Давай, давай с нашей стороны. А все равно. Холодно, а уже без разницы. Бери разящую подачу. Давай, давай. Все, все готовы. Да отпадай по чел, джентльменски. Ну вот, пожалуйста, все. Я нежно. Ну что ж такое? Теперь подожди, мы должны подать, потому что нас больше. Да? По джентльменски. Я и так нежно говорю. Помогает. Сама нежность. Так, Карина, по джентльменски. А мы опять подали 3-1 или как? Нет, нет, просто нет. Быстро разыгрались. Да, кому? Кто? А, давай, нет, уже место. Уже можно бить. Что это было? Это первый, это тут конца же было. Ну ничего, играйте, я... А мы были бы готовы. Вы на мне. Мы были готовы. Подождите, у кого больше? А в чем? Ну, все, стоит. Я все правильно. Мы подаем. Артем за нас. Гол. Мяч началось. Беги, Артем. Второй пошел. Я не могу, я торможу. Ты вызываешь людей, еще не могу. Так, ты один? Пожалуйста. Да, пожалуйста. Я такой же вон сделал. А ты? А я... Вот, он на месте. Давайте, заходи. Что ты вылетаешь? Пожалуйста. Так, готово? Да. Опять неправильно сделали. Всегда подает тот, где больше людей, иначе не успеваем, понимаете? Давайте сама переиграем. Переиграйте. То есть там три, что ты подаешь. Здесь был. Да. Просто люди не дают. А? Да. Просто люди бегают. Да, да. Да, да, не успеваешь. Ну давай, скажи, ты нам так помешал. Заходи. Я не могу, не скажи. Ой. Мы его теряем. Привет. Привет. Нашел? Да. А, она внизу, а что, она не берет трубку? Что, я могу? Давай. Я так не умею играть. А мы же не переходим. Да, мы переходим. А давайте будем переходить. Это совсем не то, где надо будет. Делаешь. А ты что делаешь? Да, вот по ракетке. Это было смешно. Постоял? Я думал, не успел, да. Могу бы не искать и попробовать поиграть. Подожди, я сейчас смогалась. Там, иди, опа. Там сетка была в подаче. А я тоже вообще. А я пойду? А да? А ты не знал? Возьми меня туда! Слава Богу!
еще одна пара носков? Да нет. Я тебе могу дать, и потом их просто... А я даже в кроссовочках по спортивному. Да. Страховка покроет? Сейчас большой теннис будет. Ничего, давайте. Так, кто хочет играть? Вот. А вот до этого что? Отбегай. Мой дизайнер. Поэтому мы тренируемся. А вот я сейчас буду тренировать. То есть мне надо вот так быть, правильно? Но вообще надо подавать себя справа направо. То есть принцип такой, что вот так нельзя. Вот сюда надо попасть. Давай еще. Как большой принцип. Так? Ну да. Вот так. Молодец. Здесь для закрепления. Еще давай. Мы только не экзамены, но я получаю удовольствие. Я просто сразу еще расслабься. Ну, я типа, да? Это не мой, фу, убери, это вообще не я, кто так подает. Ой, молодец, Оля. Ой, Саша, убери нежненько. Я по 5 подач. Если, когда потом мы будем играть на счет, мы будем подачи. Переподавал и поменялись. То есть потом я принимаю подачу. Саша стоит вообще. Саша, ты! Нет, ой, нет, нет. Ты стоишь, набиваешь. Да. Ты стоишь, набиваешь. А почему я стою? А потом, потом мы поменяемся. Я вам буду руководить, когда мы будем на счет. Оля, прикинь, я могла попасть. А? Я что-то вообще... Я не попала. Смотри, сейчас ты, сейчас набиваешь. Ты балероном встать. Ты наша команда проиграет, поверьте. Ты не паникуй, я тут на борту. Опа! Сказал, что ты рассек шарик нахуй. Сотарите. И это был бы мой череп. Давай, горячим мячом. От этого, кстати, даже не защищены игроки.